Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Антон, вы находитесь на канале МД Регион, и как вы знаете, к нам периодически обращаются люди с просьбами о помощи. В прошлом году мы помогали дорожникам отыскать люки, и в этот раз осенью к нам обратился человек, который потерял магазин от карабина, и человек попросил его найти. Потерял он его еще месяц назад, но так как лили дожди, дорогу развезло, сюда было не проехать. Сейчас у нас первые морозы в Кирове, дорогу подморозило, и мы договорились с человеком встретиться в определенном месте. Приехали на место, дальше человек обозначил территорию поиска, то есть он стрелял из того леска, наверное, метров 300 от нас, с насеста, слез, пошел забирать дичь, вернулся обратно к насесту и не обнаружил у себя запасного рожка. После этого он два раза сюда приезжал, не смог его найти, приезжал, говорит, что даже с граблями пытался найти, найти у него не получилось. Ну и вот сейчас мы здесь. С собой у нас из приборов Quest X5 и Quest Q40. У человека был второй запасной рожок с собой. Мы его положили на землю, настроили чувствительность где-то на 50, чтобы не цеплять мелкие цели, и отправились к месту поиска. Самое обидное не в том, что я его потерял, а в том, что купить невозможно. Я сам с эти грёбаные на оружие, на все. Ни хрена их не может достать. Вслед сходил к кормушке, сходил на эту полянку, вернулся уже без него. Ну все, тогда начнем. Придя на место, я остановился у насеста, потому что человек, когда слазил, мог его обронить, и он где-нибудь в траве затерялся. Денис пошел по пути охотника, то есть от кормушки до места забора дичи. Есть. Вот и все. А причем он лежал-то реально под землей. Ну как, прям засыпан был вот листьями. Вот, скорее всего, наступил, наверное, еще на него. Но. Ну вот, замечательно. Вот это по мне вам реклама. Ну сколько, минуты две прошло. И напоследок хочу вам сказать, что если вы что-то потеряли и вам нужно что-то найти, не стесняйтесь, обращайтесь, мы всегда, в принципе, рады вам помочь. Плюс для нас это интересный контент на наш канал. Я думаю, что всем интересно посмотреть, какие случаи разные в жизни бывают. Не забывайте, что у нас сейчас идет очень много розыгрышев. На 30 тысяч подписчиков на нашем канале мы разыграем 30 металлоискателей. Потом у нас еще есть розыгрыш по новинке от MineLab Vanquish 340, 540 и 440 мы разыграем за лучший мем. И 15 ноября, если я не ошибаюсь, будет розыгрыш GoFind 11 просто среди людей, кто проголосовал, какой им ролик рекламный наш больше понравился. Все подробности будут по ссылке в описании. На этом у меня сегодня все. Спасибо, что смотрели. Всем пока.